Всем привет! Приобрела в магазине Шиншилка чип. Чип для животных, для того, чтобы можно было идентифицировать ваше животное, а также, чтобы беспрепятственно пересекать границу. Это чип немецкий, чип премиум-класса, называется iChip. Вот так он выглядит. Маленькая иголочка. В сравнении с другими, я видела другие, они гораздо больше. Пугающе большие. Производитель пишет, что удобно таким шприцом пользоваться и мужчинам, и женщинам. Не нужно прилагать много усилий. Вот, значит, есть ассоциация, в которой вы регистрируете номер вашего чипа и заносите данные о вашем животном, о вас и о ваших контактных данных. И вы всегда можете надеяться на то, что с вами свяжутся в случае, если ваше животное потерялось. Спасибо магазину Шиншилка.